Вот так, цветочек за цветочком, в открытый грунт цветоводы высаживают растения. Первыми на клумбах города появятся виолы, или, как говорят в народе, анютины глазки. Работы начались с центральных улиц города, а именно площади Ленина, парка 1 мая. Вовсю уже зацветают луковичные, а именно гиацинты и тюльпаны. Их высаживали еще в октябре прошлого года, а сейчас они уже украшают город. Над тем, какими будут городские клумбы, из года в год работают ландшафтные дизайнеры. Посадка производится в цветнике к уже ранее высаженным луковичным растением, тюльпаном и гиацинтом, которые были высажены осенью еще прошлого года. Была произведена посадка более 35 тысяч луковиц тюльпанов и более 9 тысяч луковиц гиацинтов. В данном сезоне мы планируем высадить более 20 тысяч цветов виолы. Сейчас мы говорим о первой посадке, о ранневесенней цветущих растениях, которые впоследствии, по мере угасания своей эстетичности, будут заменены на однолетние лиственные декоративно-цветущие растения. Высадке в грунт предшествует большая подготовительная работа. Весь посадочный материал готовят в теплицах коммунальника. Готовые цветы формируют по ящикам и вывозят к месту высадки. Вот эти виолы еще только ожидают своего часа. При этом цветов очень много. Только в одном ряду порядка 400 горшочков. А в самой теплице несколько сот рядов. Это петуния, одна из разновидностей. Сеяли в январе месяце. Вот она практически на такой стадии готова к высадке. Ну, температурный режим переносит некоторые понижения температуры. Но в целом ближе к маю высаживаем. Цветовая гамма разная у нас. Большой перечень ее, это 6, может быть, даже и больше цветов. Цветы из этой теплицы только ожидают своего времени. Подготовительная работа, которая предшествовала их цветению, очень большая. Это и высадка семя, пикировка, определение температурного режима и режима полива. Многообразие сортов и видов цветов, расположенных здесь, удивляет. Пеларгонии, петунии, сурфинии, бархатцы и многие-многие другие. Планируется высадка новых для города сортов бегонии и бальзамина с более крупными бутонами. По мере того, как будут отцветать растения на клумбах, растения из теплиц будут заменять их. В ассортиментном перечне, как всегда, бегония, петуния, пеларгония. Немножко добавлено из ампельных растений. В этом году у нас пеларгония плющелистная. Также будет сурфиния, декоративно-лиственные. Это ипомея батат, традисканция. Пока будем высаживать виолу, потому что она более устойчивая, прохладные ночи, земля еще не так прогрета. Естественно, с тепличных условий она переносится более низкие температуры. Ну, я думаю, что погода поспособствует, и, говорю, посадку остальных однолетних культур мы начнем где-то после 25 апреля. Всего же в оформлении Бреста будет использовано более 500 тысяч различных цветов, так что город расцветет всеми яркими красками.